И снова здравствуйте, мои хорошие! Мы продолжаем с вами серию танцевально-двигательной терапии. Те движения, которые помогут вам ярче и лучше узнать о себе, о своем теле, о том, где какие существуют блоки и зажимы. И сейчас мы подойдем к самой сексуальной части нашего тела, это бедра. Так, сначала точно так же вы изучаете привычные движения, которые вы делали так или иначе всегда, учились делать на физкультуре. Это обычное движение из стороны в сторону, в своем ритме. Это может быть движение вперед-назад, вперед-назад. Это может быть движение по восьмерке. Новостей. Для этого подписывайтесь на наш видеоканал, ставьте лайки или оставляйте комментарии, делитесь своими исследованиями. Мы всегда будем рады вам. С вами была Светлана Юсупова на берегах Шарм-эль-Шейха, на берегу Красного моря. Присоединяйтесь.